Офигеть, роликов, конечно, давно не было. Вы, наверное, спросите, где я был? А я вот скажу, я не помню. Но вы не представляете, где я был и что я там видел. Школьник с ультра навороченным монтажом и голосом школьника. Ага, Брикс, это ты типа сейчас себя описываешь, да? Ну я, конечно, тоже так могу, но мне не позволяет. И последняя фишка — это купить нормальный компьютер. Да блэд! Ладно, проехали. Поэтому готовьтесь к реальному детскому контенту. Ну что же, я подготовил довольно старую МП-катку для разогрева, но все же вам не выбирать. И она должна была выйти где-то полгода назад. Для максимального погружения буду описывать все от лица сербских добровольцев, на голове которых стоял знаменитый «Поехали!». И у игроков сходу начались проблемы. Блять, я забыл. Как, сука, типа... Как? Так я, короче, на Михалкова нападу, потому что он снял плохой фильм про Пучкова. Все. База. А хотя нет, они, видимо, сразу освоились. О! Время для попила! Ура! А ну, там, где я сюжет. Потому что я специально выбирал единственную хуйню с фокусами. Я выбрал в итоге без фокусов. Весь мир погрузился в войны буквально с начала игры. И сербы тут не единственные. Время сделать котел на полмира методом червячок, ебать. Да нормально, это века база, дружи. Ой, сейчас будет самоубийство, ща я их как... Захерач? Как? Что? И вот сербы уже вводят войска в Албанию. Блять, я забыл, что это что-то... А, хотя мне нечего, нечем строить, блять. Да, кстати, мне тоже. Зато у меня есть куча фокусов, которые я забываю выполнять. Давай я тебе отправлю ленд-лиз в виде одной винтовки. О, тот самый ленд-лиз одной винтовки. Спасибо, он меня так спасает. Легендарен просто. Так, на, что ты тоже? О, ленд-лиз, одно базовое пехотное, да. Огонь по визионистам, да, он прям сейчас заживет, да. Опу, блять. Донаты, ну так, нет, донаты. К чему не привели? Да вы не понимаете, я еще тогда говорил, коллективизируйте эту винтовку. Кому-то магазин, кому-то глаз, кому-то дуло. И кто-то еще держать будет. Вот. База, база, друже, друже. Ебать, спасибо, вот это я понимаю, Лиз, спасибо, Тазик. Одно дилдо один, да! Ура, мне кажется, Тазик высыл. Форсированная оборона, блядь. Вы в Дон-Дон Дзеки сыграете, и тогда мы узнаем, кому же я добровольчик. Дон-Дон Дзеки, что ли? Камень на лице, думал. На... типа по-чеченски? Нет. Типа Дондо. Он у нас так называется. Так, ладно. Миники пылики. Ели вареники. Вообще-то я ели. Ладно. Я не могу отправлять добровольцев. Ну ладно. И возгласы Шизы, казалось бы, идеально подходят под фронт в Сербии. Блять, я уже столько долбоебов закотлил, это пиздец. Ура! Не фронт, а один большой котел, блять. Но маленький нюанс, чтобы вы не путали. Все, я захватил Семина. Идем, короче, на Карла Иглессера. Да. Да. Да, оказывается, игрок на Сербии жив. Клонирование залипаева. У кого-нибудь есть доп. Оснащение. Клонирование залипаева, блядь. Нет, но у меня есть... Сука, ты пытался котлову дивизию уже вечность выдолбить, блядь, меня она закотлила. Здесь людей ебут. Ура. Ура. Причем без смазки. Ура. Меня надо, надо реки. Блядь, в очко. Тебя закотлить могут, Тим, ты знаешь? Да я... Ну если чё, ты можешь убежать к полпоту. Ура, я закотлил. На негров напали. Даст ты следующий. Ура, меня закотлили, блять, у меня дивизия передвигается со скоростью один хуй в час. Что это? Пока сербы разбирались с фронтом в республике Чад, уже началась война с Австрией, войска которой возглавлял лично Карл Эглессер. Я все это...
Я все это время мог просто их капитулировать, блядь. Готово. Просто пиздец. Подтвердите вы. Горький. Давайте гадать, да. Какой горький, блядь. Горький. Нет, сладкий. Я знаю. Ну так, ну. Ну я тебя обмануть пытался. Чего ты? Смотрите, я через реку пробиваюсь, ура! Отправляйте мне тоже в Ленд-лиз воду. Поэтому бои были довольно трудными. Так. Короче, ладно, потом можно провести с Тазиком специальную военную операцию по уничтожению нода. Главное, есть царство божие на земле. А самое главное, наконец-таки, есть трудовые лагеря. Ура! И вот один из игроков нарушил какой-то негласный договор. В смысле, Тим сел на ноты? В смысле? Зачем ты за нот сел, Тим? Фокусы хорошо. Тим, блядь. Теперь у меня есть фокусы. О! Тим, блядь. Блин, Роман Марков. Да, он защитит Россию. Я в него верю. Вот, да. Тим Путина. Русская соборность. Тим Путина. Мы будем искать Путина. Тазик, давай быстрее там это самое. Теперь гражданская война разделилась на два лагеря. Нодовцы, объединившиеся с добровольцами из Сербии, которым надо еще допереть до них. И метакоммунисты, объединившиеся с фашистами ради свержения... Ой, что, я мем сейчас цитирую... Ладно. За акшен, давай объединимся вместе с Тазиком против нода. Сейчас проблема, это вот этот вот неконтролируемый шист на севере, поэтому я сейчас буду подниматься на север. Так пока и на юге шист. Тим, почему тебя нельзя обмануть, а? Вообще. Ти, подожди, добровольцев поспи. Не-не-не-не-не-не, пупсик, не надо. Почему? Надо. О, все, Тазик согласился разбомбить нод ядерку. Ура. Добровольцы. Почему эти твари? И вот сербы вводят войска в Венецию. У нуда явно совсем проблемы. Он уже мобилизирует людей в Фольксштурм. Фольксштурм. За Путина. Да. Фольксштурм и за Путина. Да, наши твари. В принципе, это база. А, я только сейчас понял, что ближайший мой союзник это таки сербские добровольцы. Дорогой Тоша, дышит. Блять, мы любим, когда волосатые мемы обмазываются мемами. А, я только что понял, что у меня бесплатно военная экономика. Заметно, что нодовцам всячески вставляют палки в колеса. Там добровольцы. Ах ты, сука. Да, я такой. А теперь они сдохнут, грызи. Какой ты. Слушай, давай я тебе... Какой ты, не-не-не. Ёпа, это тебе будет дорого стоить. Не-н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 е. Все. За акшен это еще один повод на вместе напасть на нас. Да, я тебя... Блять, с твоей агрессией сейчас нахер отсюда выкину, блять. Сука, как ты посмел. Блять. Я не Юрий Подоляка. Я просто. Все. Мои войска не успели подойти игру. Короче, я особо конченый, я буду делать себе сверхбыстрые легкие средние танки и буду сувать их в пехотные дивизии. Знаете, как я чувствую просто? Вы танки откуда охерели? Эдуард Дебиле. Еврокомиссариат. Богемия и Моравия, блять. На. А, жесть, лошар. Сербам остается пройти еще 3 страны, чтобы появилась хоть какая-то линия фронта. Я уже оправдываю, блять, на Башкирию, и это занимает примерно, я ебал в рот, сколько времени. Так у тебя уже готово. Да, башкирский Дегарстан. А, я могу объявить. Мне понравилось то, как мне Тазик решил оправдать свою войну. И знаете, как он это сделал? Ну ты чурка. Всё. Куда вступить? Какой союз, блять? What are you speaking about, my friend? Альянс. Альянс, союз, окей. А, как тебе мне дивизия Они не любят сосать. У меня секретное оружие, это танки, которых нет. Ну чё, погнали, спидран по бану. Блять, чё я нажал? Сука. Так.
Меня уже пробивают, дай их! Марш на фарш! Схватывать ёбаные ебеня Сибири. Блин. А чё все на Тима нападают? Я не знаю, Тузик просто так сидит, сейчас играет. Он оправдывает и отменяет оправдание. Он сейчас вот этот, блядь, опять отменил оправдание и опять этот, блядь, его. И вот всё-таки нервы Евгения Фёдорова не выдержали. Он решился на крайние меры. Короче, Тазик, я иду по вашей душе, суки. Вы меня заебали. Тазик, не бойся, спокойно оправдывай. Ох, вы меня заебали, сука. У меня как бы половина армии сейчас буквально готовится из нихуя. А у меня в армии нет людей там, просто халаши сами стреляют. Дуете, волнение, блядь. Возможно, там будет жопа, поехать. О, база. Понял. Пизда. Зачем ты на великие покаяния напал? Спокойно! План Б! Танки в горах! Началась полномасштабная шиза. Ах, да! Ты же воевал с великим покаянием! Что? Вопрота! Аткать, ты же воевал с великим покаянием! Ты чё, совсем охренел, что ли? Мне похуй, у меня 50 дивизий. Наконец. Понял. План Б, понял. План Б. Почему у вас у всех план Б есть? Держаться в горах, Тазик. У меня столько пехотки нет, я не пройду. Комплекс сдерживания грузин был полностью провал. Зак, вопрос. Ты с самого начала хотел его чисто взять и залететь тут со всеми дивизиями? Да! А когда, кстати, когда? Когда у меня появилась претензия на Next? Потому что у нас с Тазиком сговор был еще. И похуй, блять, захватил вообще всех. Ну как всех, не всех. Подожди, а какой план Б у Тима вообще? Где его дивизии просто? Он все на столицу поставил? У него столица, блять, пуста! Путинград наш! Нет! А, в Крыму. А. Путинград наш, блядь. Она тут реально короб нет. Ничто так не объединяет двух людей, как отпиздить третьего. Мудрые цитаты группы ВКонтакте. Мудрые мысли группы ВКонтакте. Да, и эти тоже. И сербы решили заскочить все-таки в еще одну страну. Не пощадили они своего союзника. Я не ожидал, что он так быстро наклепает. Нет, у меня была просто старая тактика галактика. Я не про тебя, я про Тазика, он корабли наклепал. А, сейчас мои... Нормально. Сколько у тебя этого говна, херенно? Ну я не ожидал, что он возьмет меня своими высадками за закончить. О, замечательно! Подгон от партии! Порт открыт! Порт открыт! А мне плывем или нельзя? Плывем в Севастополь, колотушки идут, пиздит. Кровавая баня, блядь! Больше форсированных атак. Но степ-бэк. Фёдоров уже явно не может сдержать натиск чада или чата. Я сам, честно говоря, не понял. Ебать, ты там мясо закидываешь. Мне похуй, я панк. Сейчас будет больше мяса. Панк, я похуй. Так, больше пехотки, больше пиздеца, больше кровавого террора. Я могу танки делать, да. Вот поэтому... Он своими высадками решил меня все. Он меня убьет, блядь. У него дивизии ёбнутые еще какие-то. Я молодец, ты сколько туда пехотки пихнул? Чего, блядь? Это чё за дивизии? Ёб твою... А чё у тебя какие? Он пихнул туда, я не знаю сколько. Откуда у вас люди? Ну арте-то, там не одна арта, их там штук три, блядь. Пулинот такой живучий, блядь. За Путина. Блядь, он за Путина в одном порту держит просто все. Нет, у него Казахстан корками стал. Чё, блядь? Бля, ладно, окей, Тазик, ты тут, думаю, этого хуя сдержишь, и мои войска отправляются в веселые походы. Тим, мобилизируй, бомжи. Ой, я мобилизирую, у меня нету оружия. Тим, я сейчас на тебя сам нападу, если ты мне не вернешь эти эстонские острова. Ты мне еще без порта их там, ну ты, блядь. Возвращай. Я в пополз коммунистов, я отправляюсь в белую эмиграцию. Прими меня, сука, прими меня. Я тебя приму. Ура. Возвращай мне Сарин. Мы выезжаем. Возвращай мне Сарин. Академер. Шизакшин, на меня цель обосновывает Югославия, поможешь? Да, я тебе отдам все ее телефоны. А, всё, это я... Мирная конференция. Все готово, жмите. Шиза Акшн, помоги мне в борьбе с доступом.
А, ты меня еще и забрал? Я думал, меня в Казахстан прогоните, суки. Все, Казахстан наш. Вот это у меня граница уебищная. Потом понимаем, что я вообще нахожусь здесь. Я нахожусь, блядь, на островах. Какого хера сейчас произошло? Мне кто-то разъедет? Шизакшн, так скажем, мы с тобой слились в одну общую унию. Шизакшн, я тебе через руку жму руку, ой, через экран жму руку. От души. Самое время начать что? Правильно, прессовать партию. Запрет коммунизма. Коммунисты, сука, блядь. Надо быстро перекатываться в блицкарик. Бля, время опять спамить дивизиями, сука. Садись за Германию, короче, будешь помогать. Окей. У них там людей много, заводы много. Да, давай, держись еще 20 минут. Сука, блять, ёбаный рот. Света, бля, какого хуя нахуй мне эти территории передавать? Год, у меня весь манпауэр, блять, ушел на поддержание гарнизонов, нахуй. Это... Еще и теперь граница с буйными сербами. Ян Арик. Бля, потекла моча по-другому. Хорошо. Заебись. Блять, сука, Света КПО просто, блять, от души нахуй. Сербы идут по территории словно нож через масло. Столах, так сказал. Но им помешали. Вот сделал, значит, пехотные дивизии, а доктрину взял маневренно. Просто самый ебейший в мире тактика. Нет, правда, не войны 10 дней. Так, о, так, подожди. Тактика номер 3, поехали. Чуть не вынес. Жми готов. Убит, бля, совсем убит. Тебя не хватает. У меня есть соленый попкорн, поэтому я могу посмотреть на то, как начинается свадьба. Ошибка номер 1, сука, никогда не объявляйте войну великое покаяние. Вот видишь, война с великим покаянием всегда заканчивается очень. Мне удалось побыть красивым, ребят. Сука, держать! Держать оборону! Форсировано, форсировано, блять! Это типа как базировано, что ли? Окей, как скажу. А, стоп, ты авиацию. Ебануться он тут подогнал, блять. Бля, тазик, блядь, тазик, сука. Зачем ты мне это пишешь? Специально военная операция по депокаинизации полностью проводилась. Полностью. Таск. Блядь, просто держу ёбаную круговую оборону. Так, у меня появилась manpower, но у меня не появилось винтовок. Видишь, мои санкции. У меня, блядь, закрытая экономика, даун. Какие в пизду станции? У меня Северная Корея, буквально. Так, ладно, окей, отлично. У нас есть один плюс, у него, сука, нет снабжения. Сейчас будет, я поставлю максимум авторизации. Есть даже шанс. Шансов нет. Уже пробиваем. Блядь, еще великую покаянию, сука, держать. А, Тим, нападай на вот этих вот, короче, которые социализм, ну, короче, на... Социалистическая республика Лазарет, да, окей. Лазарет. Я говорю, спасибо, что передал Теры, мало того, что они у меня все МП сожрали. Так еще, бля, на меня просто как по полю прошлись, я еле-еле успел передать Теры сначала тазик, потом, блядь, Лазарет. Так теперь Шанхай этот тупой развивается. Ой, ладно, короче, похуй, да здравствует пиздец. Ебать, 20 ебаных дивизий в одной клетке, сука, ты чё, ебан? Ух ты, Ну, бля, у меня даже лампа замигала, все это пиздец. Джекпот, но я говорю, джекпот. Блять, я во все закатлил, джекпот не удался. Время для стратегического, я отсюда нахуй. Мы восстановим справедливость. А, блин, надо на стратегическое, я отсюда нахуй, всем пока. Все, эмиграция, да. Великая, великая борьба с сербами за китайскую орду. Я даже не могу себе подружить. Ну все, теперь только тазик в горах против сербов, больше ничего. Западное правительство. Донбасс реалии.
А как он отдает? А, точно, там можно. Что за сербский дефлот? Так, комплекс сдерживания грузин. Да, есть, ты, кстати, заметил, что он... А, не, это баг был. У него только озеро почему-то где. У него есть озеро. Сейчас, подожди. Донбасс упал, Гарри. О, хитрый Донбасс, ты что сделал, блядь? Это я. А зачем тебе Донбасс? Чтобы я мог. А-а-а, полетит. Ох, так я ж мог тебе дать этот. Так на сейчас. Итак. Ё-моё, там еще один нот, только уже на оставшийся. Я говорю, не используй так State Transfer Tool, он не для этого был создан. Закиньте тазика в тайм-аут. Какой же ты... Я, короче, еще с момента, не знаю, начала войны, что так, что у меня людей просто нет. Все, Югославия навсегда стала великой европейской державой. Оттягивание неизбежной кончины тулпаком ни к чему не привели. Поэтому в данной МП заметна победа сербских добровольцев и примкнувших к ним нодовцев. Ну а так, на сегодня все. Спасибо за просмотр. Всем, кто дожил до этого момента. И почему все МП такие длинные? Я уже сжатый материал сжимал 2 дня. Благо на данный момент они закончились. И мне осталось... всего лишь выпустить те ролики, которые я обещаю уже по несколько лет. Всем пока! Пока! А какая у тебя промка? Большая. Что, все? Получается, что все. Это интеграция всего и всех.